стрим.
Это уже 2-5-0. Два Фернандеса, два Таханта, как-то так. Ну, один не знаю кто. Удар не тащится. Очень редко только. Ну и да, это мясо. Здесь понятно, после. Можешь когда хочешь начать, но не сейчас почему-то именно. Кто у них там на воротах стоит, блин? Ой, Криштиану Роналду, как ты красиво сделал. Не получились. И бам! Все.
В этот раз у нас все получилось. Кстати, ребята, у меня скоро день рождения, 20 сентября, поэтому у меня будет скоро видео. Скоро будет видео на мой подарок. Поэтому ждите новости. Ай, надоело все. Но не точно, и не ютуб. Это просто капучка года. Ух, какая есть. Давай, беги, чувак, беги, чувак. Даже не понял, как он обогнал, и так он догнал, обогнал, не собил голову. Это мясо. Это, во-первых, сигнал, во-вторых, это угол. Нас по-прежнему никто не смотрит. Но... Давайте попробуем отсюда. Ну, отсюда, скажется, как-то ж понятно. Блин, он не может быть на угол. И давай, Кстати, ну отсюда точно. Бить не умеет, скажу и так. Мы издеваемся. И пам. И пам. Ну ладно. Фернандес, все на него. Оп. Я еще даже не буду играть, они не сами автоматически играют в футбольные игры. Кстати, сейчас и голясу не будет, потому что он идет меня. Thank you.
добрый. Где он, Таш? И мясо. Это красное. Это понятно. Мы из нашего поста и... Прям спадные. Но это уже невозможно, даже можно не играть. Кстати, скоро я буду много разных челленджей, видео про футбол, например. Только мне нужно что-то. Ой, ещё куда он бьёт? Интересный один вопрос. Вот так вот. Мясо. Пенальти за... Что еще помню? Ура, нас никто не смотрит. Ой, еще один игрок, который нужно обновление. Пойти в команду. Пенальти вратаря. Да легко чтил. Если я думаю, на что я коплю, или коплю на вратаря, или на... Или на... чтобы улучшить серебро до 80-го. Ла-ла-ла. Какой... Не помню. Это... Насильно. Ну это легко почти. Ага! Он там пожички докоснулся, там миллиметры оставались. Но все-таки нет. Нет, так нет. Ой, а чё мне залили этот раз? Вот он. Посмотрим. Кинус и Германия, тогда мы что должны закончить. А. Не, я не буду.
Кстати, я еще могу открыть баг, если что, потому что... Ну, мне... За... Что мне потом придется копить опять на другие пайки? Минус в этом. И это уже все. Ну ладно, можно открыть один пак бесплатный, который нам каждый день достается. И блин, вот бесплатный набор восстановления. Тренировочный опыт. Не знаю, знал покупать мне или нет набор. Я могу, например, этот. Это редкий, там один только. Здесь набор остальные. Могу этот. Здесь будет... Точно его не куплю. Мне нужны такие новые, чтобы было 80+, и все, что попало не вратарь. О, не-не-не. Это мне не надо. О. Тренировка. Ой, предмет. О-о-о. Ну, можно, это слишком дороговато. Я хочу открыть несколько паков. Все ради вас, причем. Набор компании, что там? Вот там 6. Его. Ой, да, да, ура, ура, у меня новый вратарь. Ой, как хорошо, офигенно. Я теперь рада этому. Все. Теперь я могу продавать всех, кто мне не нужен. Вот не зря я открыла. И это все ради вас было. Вы мне самые лучшие. Минут у нас уже видео идет. И 23 секунды. Ребят, в комментариях напишите, какую вот форму брать. Эту или эту. Вот. Это Ювентус. Или eSports. Ченнегейм. Я пока что возьму мою любименькую формочку. Рынок, пошлите в рынок. Выглядит ставки. Ну давайте кого-нибудь поставим реально на рынок. Только давно мне уже не заходил, забыл как ставить ставки. А вот продать. Сколько у меня игроков? Мало. Реброва. Да, 4 часа. Если у тебя 3, ну, я покупал за 13 000. Давайте за 8. Да. За 17. Будем как раз плюс еще плюс. Цена минимальная цена. И цена выкупа. 17 500. Все. Это еще не весь. Нападаю. О,
70 я его продам за 14 тысяч, а эту 14 500. Все разнитить. Ну-ка, я также его продам. Ну, это нельзя уже. Давайте попробуем бак сделать. Офигеть. Кстати, может, будешь идти тут? Аккаунт я разыграю вам. Мой составчик. Не бояться. 7-6. Как это будет выглядеть? Он здесь не сможет там играть, поэтому нет. Мне нужна именно такая, чтобы там мог играть Фернандес. Из-за Фернандеса у нас все ломается, вся связка. Вот это подойдет, да. Только два игрока, 3-4 игрока будут подходить на свое место. Вот четыре, пять и один. Нет, ну моя тачка тоже мне нравится. Я помимо этого бой какой поменять. Просто у нас 4000 теперь копим. Или вратаря можно еще улучшить. Давай тренировать. Я буду бы труднее тренироваться и больше придется денег тратить. 58 тысяч на одну. Не, я очень довольна. А то мне тут слабо так. До 70-го хотя бы прокачаю. 190 тысяч купим. 194. Я хочу посмотреть, какие здесь игроки самые крутые. Донатят деньги. Так все могут, да? Офигеть. Что у него с командой? Ну, он донатит, значит. Да, значит, потому что это значит, надо донатить деньги этих на трех игроков. Я тем более все плюс 120. Ну, не точно. У меня с ним 6, у них 192. Ну ладно.
Ненавижу таких игроков, которые, если честно, я всего что вчера сыграл один матч в этом в атаке. И все. Больше я не играю, больше я потому что про деньги на другом месте. Поэтому у меня там. Не точно себе гигантская. Ну, чувак, извини. Отлично, мне. Чувак, ты не догонишь мяч. Я даже забил гол, я даже ничего не буду говорить. Скажу, что он слабенький игрок и так. Ой. Гад. Гад, что варенда прям бьет. Вот так подойдет так, ну четко. Ну блин, это он должен сбивать. Да вы что, издеваетесь? И гол. Какой не гол? А это гол. Вот как они не забивают. Жад контратаку, но не сможет отразить. Но вратарь у тебя вот плохой. Ой. Я чудо пробить. Ой. Ой, как там было хорошо. Хорошо, что я не могу этому чуваку отправить деньги. Я ему отправил реально бы. Потому что мне жалко таких игроков, как он, например. Чувак, извини, если... Ну, это мне бы так пришлось бы сделать. Подожди, чувак. Голевой момент, попытался дать промахнулся. Один завершил атаку, еще атака, тан-тан-тан. Там... Ну, чувак, смешно, наверное, не... Ну, он зиму заебитель, делать неудачные... А, у меня же это хорош. Делать неудачные, разыграл головой, но потерял мяч, попытался дать и промахнулся. Чувак. Что с тобой будет хорошо? Я еще один собираю. И потом его найду чуть позже. И подам ему немного малесенько денег. Примерно половину из того, что есть. Кстати, потом его скоро видео хорошее. 7-6. У него. Ой. У него точно контратаки будут. Там бы убил бы есть. Почему это просто легонько? Мячик. Какого черта? Блин, ребят, надо забивать. Такие моменты надо всегда забивать. Баку надо тоже. Команду, так хорошо играть. Пусть поймешь, что надо сначала не здесь играть, а в других местах. Я просто, видите, легонько бью, а он иногда убивает. У него вратарь нормальный, кстати. Я не прям такой плохой вратарь, как у некоторых были. Давай, попробуй отсюда. Как ты сильно бьешь? Пытается забрать мяч, но не заберет. Не заберет. Потому что не заберет. Мяч потерян.
Мяч потерян. Это было в платную, да, ребят? Скажи, так вам все. И все, ну это такой гол. Да. 4-0, хотя в прошлый раз было 5-1, да? А нет. Ну видите, это ловит удар. Легенький хотя бы. От Рональда. Я мог больше забить, но не захотел. Что пока история матчей. Сейчас скажу вам так, как вам надо поменять идти в атаку. Там поменять сначала и в этого игрока. Вратаря самое главное, потом улучшить его, эти всякие разные штучки, брючки, там где команды. В самом начале я поиграл, ну да, в самом начале практически играл, там где Германия, например, была Франция, Россия, например, там где там играть я буду эти игроки. И там ты можешь обновить команду, чувак. Ой, а как он так уже три матча? Так, 7-7 он играл, а я играю 7-6. Чувак, ставь твой профиль. Подожди, друзья, нельзя добавить. А у меня пока что все победы. Я жду, пока что у меня не будет новая линейка. Ой, ЦСКА. Ну, это мясо будет сейчас. Ну, это мясо. Вот сейчас я буду играть по-жесткому. Да, сейчас я играю по-жесткому, ребят. Потому что это когда жесткий игрок, я играю по-жесткому. Легенький игрок, играю по-легенькому. Мне надо вратаря менять уже. 4 удара, 3 гола. Видите, оп. Даже прыгать не умеет. У меня тоже вратарь лучше, который благодаря вам, кстати, ребят. Я буду все время помнить этот момент. И пам! Давай мясо, острое мясо. Ну это вратарь вблизи, ближний угол, ты ударил, чувак. Давай. Секунд нельзя забить, если честно. Что он так в футболе? Футбол это жесткая штука. Нам надо играть и уметь играть. Ой, Мерлисон забивает гол. Первый гол, кстати, мои ворота из этих. Забейте 100 голов. Отлично. Не знаю, любите два, чем больше, чем лучше на газовке. Спасибо. Вот я сейчас пройду. Вот здесь у меня вообще прям жесткие игроки, прям жесткие. А я не хочу этого. Ну ладно. Чувак, ну ладно. Еды. Я смотрел. Отлично, зачем я это делаю? Время только трачу заря. Я потратил несколько секунд, но... Тыщ! Ой, там угловой. Блин, да
давай, давай, ну, fuck you, bitch, secret bitch. Ой, извини, чувак, я случайно забил голь. А, ты же легкий игрок, я играю не даже не на полную силу. Я просто пинаю мяч и все, ранду. Куда летит, туда летит. Отражает контратаку без проблем. Молодец. Молодец, отразил контратаку, мой. Мяч потерян, это... Какого черта, я не забиваю голы, ребят. А, я знаю почему, потому что вы лайки не ставите. Вот лайк вы поставили? Был бы гол. Но вы не собираетесь ставить лайки. А вот поставил один чувак. Отлично уже. Ненавижу таких вратарей, которые уходят вдаль к игроку и непонятно чем. Goodbye, busy factor. Все. 3-4-1-4-1-4-1-4. Чувак, извини. Я ни в чем не виноват. Goodbye. Кто меня там купили? Кого меня там купили, ребят? Видели? Если там ребро у меня купили, я буду шокирован, за сколько времени. Офигеть! Ну вот, ребят. Вот что означает надо играть. Заверш. Ну я хочу это получить, но я не получу, получается. Совершите две игры развития навыков или матчи событиях. Да, вместо 4 гола уже. Усилие навыков. Так, что у меня есть 2000 монет. Потом составные 10к. О, с этим я все могу. 15к. За что у меня так сидит? Ну, 5к на это. Офигенно все, да, ребят? Это называется все по кайфу. Вратарю мне нужно выбрать позицию вратаря, общий вратарь, ловкость, игра руками, удар это другое, скорость, бдительность, длинный пас от боли мяча, яко, рефлекс, мне еще дуже, дриблинг это игроками, второй нападающий. Ну все. Или покупать нового игрока, или идти рынок и покупать. Офигеть. Какие игроки. Вот он хорошо играет. Мне играет только пожалуй, только два похищения, только два человека. Если у нас венка выше, значит, ну что, Вот этот соп.
ты играешь? Yes, of course. Chop, nap. Я уже обновлю моего игрока, которого я тебе хватил. Вот сейчас знаю, что будем улучшать игрока. Улучшим. Пора бдить на сегодня мечом на вес длинный. Ой, ну, кто мне против? Я не смогу сделать. Thank you.
Окей. Потому что я ищу некоторые вещи. Где? А, здесь, да. И дай, дай загадаться. Это благодаря маме. Вообще игра, дед меня здесь мясо. Кристина! Ты специально... Забить в лигу, я открою. Забить в лигу, я открою эти награды. Ура! Я скоро вступлю в лигу. Суп, если я вступлю в лигу, мне должны это дать. Стоп, а как лучше, когда мне это? Награды. Я вступлю в лигу, смотрите, да. Потом мне использовать очки лиги, включить. Ладно. Эники, бенники, кили, вареники, эники, бенники, бамс. Да пенальти меня никто не выиграет. Зачем вы играете в пенальти? Я живу. У моего игрока он теперь бьет. Вот. Ах, кто это бьет сейчас, извините-ка. Юкас. Юкас, сейчас посмотрим. Ой, братарь, да что? Ой, ну тут так не знал. Юка. Ну как-то Ю. Сам, конечно, начинается на Ю. Блин, какие хорошие игроки выпадают. Да просто слив. Ого. Нет, этого я чё... И нет, это как-то... Так, здесь на схеме. 4-1-4. Нет, мне не подойдет. Это подойдет, нет. Стоп, это же моя схема. Нет, это не моя схема. У меня там схема такая. Блин. Такая. Да, такая. Да, точно. Все.
Тогда еще будет пенальти. Этот будет штрафный, будет Фернандес все время бить нам. Тогда все хорошо. Кстати, Фернандес лучше стать. Я забыл поменять. Дальше хотя бы до 77-го. Скорость рывка, ну не скорость рывка самая плохая, если честно. Про FIFA мы забыли сейчас, да, ребят? И играем какие-нибудь другие игры. Давайте мы это. Не знаю, почему-то захотелось. Причем это утренний стрим, и я так что проснулся. Сейчас скажу, сколько минут назад. 57 минут назад я проснулся примерно так. Бамс. Закончили. Пошлите в сон, ну и там, я так сказал. Наверное, после этого мы пойдем играть, загадать все во что. Ну, не во что. Наверное, после за час я закончу уже стрим свой. Конечно, уже час прошел. Меня пока что никто не посмотрел. Ну... Гадские...
сменить на кирпич. Пам. Рыцарский кулак. I'm pro, you you look unfair. Thank you.
я прыгну. Позвуку не хочу, верну, не хочу. Здесь у нас уже не круто. Ну ладно. Нет, я умру. Ну. Дурман. За мной встань. Нет, я не знаю, что это не так.
эффекта статуи снизу дважды. Извините, я слышу, не говорю, потому что это трудная игра, для меня перфекшн, поэтому надо подождать немного, я сломаю, когда мы поговорим с вами. Какая глупая смерть. Ну ладно. Мы умерли, так мы и умерли. Обещал. Thank you.
Ребята, ребята. Сейчас сыграем, наверное, бокс страйк. Делись. Блин, это... Нет, понятно? Вот это самое крутое оружие. Я вплизу еще на 200 мани. Ребят, понятно? 200 мани плюс. Блин, до этого. Ну вы поняли, ребят, сколько он. Цух, три, они ничего не боржили, блин. Ах ты мать. Пам, смотрите, пам, 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 пам. Все, мне вас не нужно. Ну, а ведь за секунду. Так, уменьшать скоро подавляю, еще это сбор монет. Броня плюс один, но мне это тоже не, ну это будет вообще нет. Например, 20 минут. 20 минут 20 секунд. Это без этого. А один минут, один 45 секунд. Если так будет. Чан. 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 Пам. Пам. Чан. Чан. Что? Да. Что? Может быть. Может быть. А зачем мне деньги? Просто качаю, возьму новую карточку, там все сделаю и все. Скажу номер, кто захочет купить. Я мне придется его еще прокачивать, блин. Ну ладно, мне все равно либо еще повезет. Я сейчас умираю, и мы идем играть в бокс страйк. Или вы зайду я в YouTube и посмотрю что-нибудь одно есть. Пам-пам-пам-пам. Пара-пара-пара-пара-пара-пара. Так, понятно, ребята, да? Вот теперь понятно, ребят, какие самые. А, кстати, еще не самое сильное оружие. Обоюдный. Мачете, блин, кайка. Похоже, мачете все-таки оказывается. Одно хп осталось, ребят. Подождите. Thank you.
Вам повезло, ребят. Качество. Две синяка. Ради вашего удовольствия сразу пойду к туннелю. Да, без 40 может продлить жизнь. Сократить время становления навыка. Ой, теперь это будет жестко, если там будет бомбежки и огонь. Покупаем катана, плохая катана. Это не катана, а плохая хрань. Вот так вот. Ой. Некоторых. Прям это... О, это босс, ребят. Я здесь умру на 100%. Ой, я родилась, я просто не знаю, ничего не делать. Ладно. Что мой один игрок всех убивает, а мы все... Скрыси меня, чувак. Ну ладно, ну ладно, ну так идет. Что, ребят, на этом мы идем в Ютуб. Ну-ка, на. Я понял, что звук плохой. Ну ладно, в любом случае идем играть в Бокстрайк. Самое главное то, что не вы слышите, а то, что вы видите.
предупреждаю, я плохо играю. Ой, зомби, это легкотня будет нам. Я знаю, как уже жульничать. Гад. Я даже напредварилась, я буду выходить только за
своим молодым человеком, с которым я буду целоваться и с которым я буду видеть дальнейшее будущее. Просто так выходить, поддерживать, я не вижу смысла, честно. Так, ну, а это ведь не заканчивается наша предвариловка, потому что здесь еще есть один мужчина, это я. Ну, а у меня, вообще, происходящая моя женщина ассоциируется... Отвернись, с пару вещами. Отвернись! Ты у меня ассоциируешься с диадемой, с прекрасной, с забитой камнями, алмазами, бриллиантами, самыми, знаешь, вообще скрытыми, сокровенными. Ну, блин, к сожалению, вот вообще на протяжении наших всех с тобой тихо отношений, вот эту диадему, не буду объяснять почему, преследует вот этот мужик. Честно, вот не знаю почему. Поэтому держи диадему. А если есть возможность, этот ковчик можно найти. Ближайший. Просто все. Нет, Сновку. Я думаю, в ближайшее время мы съездим в Питер, проведем время с моей мамой. С моей. Которая тебя любит и уважает. И с моей. Познакомим их. Не дай бог. Целую тебя. Ой, люблю. Волшебства не будет, но как бы отношения тоже.
Ну, все. Вчера Алексей Безус сбежал от своей навязчивой поклонницы Оксаны, то есть выехал из бунгало вместе с Витей Шароваровым. На свое место они заселили тракториста, но Оксану об этом не предупредили. Моя голова! Я здесь спала! Мужчины спали теперь. Сереж, я здесь спала всегда с Ирой. Чудо, я даже вот моя подушка. От этого там звездочки пахнут. За честь девушки заступил Тарас. В результате произошла потасовка. За базаром следи за лицом. Потому что
Это ничего чертова. Все, блин, ну все, это минус. Может быть, Тарас, ну не знаю, недолюбливает тебя. Ну, у него такой есть личный неприязнь, потому что он потом начал говорить, что я единственный, кто за тебя заступается. Плюс ты с близняшками не так общаешься, как мне. Или заполняй анкету на сайте dom2.ru.
Вот. Зазвать. Егор! Блять, ребята! Чем это меня? Гондон.
ты его. Я тебя уж... ...шевелить, как говорят здесь на острове, то
он бы хотя бы поцеловать ко мне лез. А он очень аккуратный. То есть он не, ну, это круто, очень. Голову, щеку, там, лоб. Но все, но нету вот этого того, что. Я ничего не буду делать. Я буду просто ждать, пока что я буду маньячком. Честно,
собираюсь там. Вот. На сегодня четверг? Или пять? Таракан устраивает, но отпустили. Буквально за секунды, а специальный кармашек надежно защищает от протекания по спинке. Новые хаги солидарны.
помнишь, ты же говорила макароны с котлетами? Пошути. У других может и так, а у нас как всегда можешь передумать. Тебе за это ничего не будет. Почувствуй себя избранным. Подключайся к тарифу все мое. Бля! Я на тебя обиделся. Бомбит. Тупоры, блядь, гонки. Ладно. Ну, я смотрю, ты на поправку идешь. Моя мама все равно поправка. Ты с мамой хочешь поговорить? Ты серьезно? Да. А что ты ей скажешь? Ну, теперь познакомлюсь, устарь поблагодарю ее. Я же не знаю, что она тебе там сказала. Ну, она, конечно, ты слышишь. Ты же не скажи, девушка, как шелка. Когда ты ставишь, настораживает. Чересчур. Вот я не могу понять. Я бы тупо подменили. Кричу, ору. Нехорошо. Веду себя хорошо. Тоже плохо. Нет, ты очень хорошо себя ведешь, и ты это настораживаешь. Я хочу, чтобы ты дала слово по поводу того, что где бы ты ни была, в каком бы ты состоянии бы не была, что тебя могут трогать только твой мужчина. То есть для меня это неприемлемо, когда идешь, кто-то трогает по-дружески, не по-дружески. Гад, гад, два человека осталось, блядь, и все, блядь, оба. Берите Джигу, блядь, дом. Блядь, да пуя. Дом. Ну ты, я, вот так, пойдем по блехам. А я тебя да, ты меня убьёшь. Я не убью. Если я молчу, это не значит, что я думаю о чём-то. Странно.
лишние вопросы мне не задавай. Смотри, если у нас в отношениях будет все хорошо, я захочу уйти с проекта. Ты уйдешь. Эта девочка, я ты. Что ты делаешь? Все. Свидетели победили меня. А, новая катка. Секретки, что вообще ты хочешь? Thank you.
пойдешь к парам или к одиночкам, потом выйдет другая, ты ее тоже будешь хотеть. Нет, все, на Гале остановимся. Галя тебе нравится? Ну, она мне нравилась, нравится, но мы с ней не будем, и хочу остаться с ней в хороших отношениях. Галя, имеет смысл ему выходить к тебе? Так я по-дружески. Мне такая дружба не нужна. Клоунада опять какая-то. Ну что, увы, ах. Тогда вы заходите к одиночкам. Я свой выбор сделал. Сейчас я хочу, чтобы к нам вышла девушка. Ура! Мы победили! Мы победили! Еще благодарим! Как хам настоящий.
позволяет себе подвальные низкие шутки, я должен перед ним извиниться. Я стоял вчера вот так, Тарас, я не буду руки распускать. А ты, получается, бил беззащитно. Я не говорю, что я беззащитный. А он меня целует там в ушко, в щечку. Ну, вот такие какие-то моменты нежности. Простите, что я задаю вопросы, когда у твоего потенциального молодого человека на поляне беременная жена. Я вот этот бред просто не хочу себе кобылу просто даже обсуждать. Чего заключается бред? Все, ладно. Меня зовут Игорь, и я таксист. Меня зовут Алексей, я инспектор ДПС. У каждого из них своя судьба. Спрячь. Они долго копили свои переживания. Спрячь. Ты спрячь, твои деньги. 100 рублей что, потратил? Семь? На что? На еду. Что купил? Может, только интересно. Просто интересно. Еду купил. Пикник большой. Готовую отделку. 9 месяцев экономии времени. Прагматик класс. От самолет девятка. Силинг антинамет и блеск. Попробуйте эффективное средство против известкового налета и грязи. Подходит для уборки разных поверхностей. Силинг. Мощное средство от налета и грязи. Просто оцените сроки сдачи. 18 месяцев до выдачи ключей. Прагматик класс. От самолет взял. Последствия обращения на него потратили. Глохи способствуют естественной ситуации. Глохи оцените кожи глотки. С вашей тематикой. Просто оцените долговечность. Срок службы домов до 150 лет. Прагматик класс. Thank you.
Надо быть кусить. Ага, прожим сначала. Ты вообще, ты чай так выпил уже, а если чай его не пью? И что? Что? А ты другое все время пьешь, и мне не оставляешь. А что мне другое? Держи. Thank you.
Это просто. Шанин, ты же... Не, эти красные. Получали 7-0 Англии. Даже трэги не... Кристиан Рональдо, Кристиан Рональдо, Кристиан Рональдо. Thank you.
короче, то, что я ненавижу, деньги потратил, как люблю. Это красно. Красно. Все, мы проиграли, ну проиграли. Да-да-да! Сейчас. Это голясы. Наконец-то твой первый гол нормальный из дальнего угла. Это мясо, все. Это 3-0. Это голяс. Смотрите, красный. Я хочу штрафной, чтобы прям было прям сочный.
Пожалуйста, с ним. Ой, ошеньки, ой, все тупые люди, бля, комуха.
Это нормально, что ты будешь смотреть клип своего бывшего с новым парнем? Ты что начинаешь? Ты же знаешь, что мы встречаемся. Ты вообще делаешь вместо колески, ты должен парней вступать? Ты мне ничего не важно. Ни парней, ни денег, которые ты у нас взял. Ты мне каждый раз уже об этом упоминал, да? Я тебе сказала, верну. Ты мне это уже говорил. Мне надо делать все, это тебе пора. Да, пора, ты тоже психолог стал. А ты беги к своему, ты понимаешь, что я успокоюсь. Все, что есть плохое, и много по мне. Выбрать все и все и ставить. Они все высокие, блин. А гол! И голову, в принципе, можно забить. А все? Какого?
красиво было. Под переглядин там были. Это Фернандес, он всегда. А, блин, ну ж первая была. Всё. Бум! Сасамба пердамба. Слушай, если хочешь, у меня есть для тебя более изящное развлечение.
Вот ты сделал. Да какие-то вы там прыжки. Мне надо... Я сейчас эфир заканчиваю, все равно скоро. Thank you.
Может, ты сейчас покажешь свою силу прослой и долбанешь поворотом. Вскоре стрим закончится, ребят, и поэтому все. Сейчас доиграем немного некоторые вещи, и я вам обещаю, и стрим заканчивается. Осталась только третья глава, четвертая, пятая. Эти главы я буду проходить без вас. Ура! Да, наверное. Но я пошутил. Что это за награда? 50. Как много! 50. Для тебя добыл. 50. И Дмитрий. 200. Это главное. А что у нас здесь игра? Но мы не будем не играть. Знаете почему? Потому что мы не хотим. Ребят, давай, давайте. Кривой. Потом вот сюда. И потом... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Не давайте, не давайте, не давайте, не давайте.
встретиться с Маратом Башаровым. Помните ли вы свою любимую фехтовую? Я лично помню. Это были вот такие оловянные солдатики. Игрушек Романовых.